Re, viss ēters ir te. Экзамен 97 лет. Экзамен необычный. Экзамен на гражданство. Такого в Латвии еще не было. Сегодня Управление по делам гражданства и миграции чествовали Нину Самонову. Она сдала на гражданство в 97 лет. Уникальный случай. Так говорят о Нине Самоновой в Управлении по делам гражданства и миграции. В столь почтенном возрасте процесс натурализации в Латвии до сих пор никто не проходил. Сама Нина сегодня взволнована, но собой гордится. Признается, говорить много на латышском ей сложно, но к экзамену она серьезно готовилась. Все в доме у меня граждане, я одна не гражданка. Все говорят по-латышски, я слабо стала говорить по-латышски, потому что не работаю сейчас. Дома одна, мне не с кем поговорить, даже забываю язык. Тогда я взялась и сказала, все, я сдаю. Я хорошо позанималась, я почитала много, я газеты читала, слушала радио Латвии, Валуда и телевизоры. Для людей в возрасте, желающим сдать на гражданство, предусмотрены небольшие послабления. Впрочем, экзамен все равно серьезный. Для людей старше 65 лет предусмотрен немного упрощенный экзамен. Не надо сдавать письменную часть по латышскому языку. Все остальные требования, как для всех. Знание Конституции, истории Латвии, устная часть по латышскому языку и гимн. Так что даже людям в столь почтенном возрасте нужно выполнить домашнее задание. С 95 года, когда был введен процесс натурализации, гражданами Латвии стали более 146 тысяч человек. Сегодня на гражданство сдают порядка 1000 человек в год. Я счастлива, что я со всеми жителями Латвии на благо ее